Если вы ощутили невероятно аппетитный аромат и увидели оживленную очередь у прилавка, значит, это павильон «Рыбак Камчатки». Здесь найдется чем полюбоваться и приобрести даже самому искушенному ценителю рыбы и морепродуктов. В ассортименте палтус, чевыча, лосось, окунь, тунец, осетрина и, конечно, любимый деликатес – икра, причем нескольких видов и с возможностью дегустации. А от того, чтобы попробовать настоящую камчатскую селедочку, удержаться просто невозможно. Вся продукция доставляется без применения заморозки напрямую от камчатских производителей. Мне очень нравится семга и форель, ну вообще из этих, ну вообще кита. Чевыча очень вкусная, она нежная, жирная, потому что она как бы, ну, натуральная, выращенная в натуральных условиях, в Амуре, в море, поэтому она очень хорошая и вкусная. При взгляде на это изобилие понимаешь, насколько богата природными дарами удивительная камчатская земля. Даже если вы считаете, что не являетесь особо ярым поклонником рыбы, здесь, скорее всего, вы не сможете удержаться от покупки, и тогда точно станете ценителем и постоянным клиентом «Рыбака Камчатки». Каждый год мы прям ждем этой выставки, потому что вот очень свежая, замечательная продукция, которая в Анапе у нас вот не найдешь днем с огнем. Спешите и приходите на выставку «Анапа. Самое яркое солнце России», где вы сможете приобрести рыбу и морепродукты от настоящего рыбака Камчатки.